Начинаем репортаж. Город Кона, Гавайи. Вторая попытка. Главный механик Портланда Давид поменял крыльчатку на помпе, правильно? Итак, делаем вторую попытку. Я начинаю свой репортаж. Лодка Рази. Первый раз ее спускали, завели. Ну, вода не пошла. Там была изношена крыльчатка, обнаружили на помпе. Значит, пошли в этот магазинчик, купили ее, разобрали. И вот это поменяли. И сейчас делаем вторую попытку. А вот не забывайте, я тебе главный механик из города Портланда. Он же Давид. И он же механик, так? А вот лодка это Рази. Это вторая попытка. Майка черная была. Есть, тебе надо? Да. Ну, это капитан. Капитан нашего корабля. Я Юнга. Вот. Так что, Давид, какие у тебя будут слова вот перед все-таки отъездом? Скажи, что ли? Говорится, пускай Бог благословит наши плавания. Так, отлично. Это хорошие слова. И может мы наловим рыбы за всех 52 года. О! Вот это неплохие желания, я тебе скажу. Поделимся. Кто еще не кушал? Мы каменские, черновицкие, портландские и гавайские сейчас. Все вместе. Ничего себе. Все собрались вместе. Там так? Еще Юра есть. Возьми у него. А где же Юра, интересно? Вот он там спрятался. Юра, что же это получается? Смотрите, я, между прочим, хлопцы, был у вас в Каменке, так что вот это не надо. Вот это, ну так. Да, тем более, если ты Дуся знал, то ты популярный. Да, это человек. Все, я пойми, Каменских я знаю. И даже размовлять вот это на мою научился, так да. Что вот это не надо, понимаешь? Это та наша Каменская. Ну, Каменская у вас, она такая... Ну, конечно, такое солнце, что нигде в мире я такого не бачу. Вот это правильно. Мексика, Найхавайс. Здесь классно. А вот эта лодочка, значит, смотрите. Продолжаем дальше репортаж. Смотрите, Дон Пабло загрузил свой велосипед сюда, знаменитый. Он также на траке. А куда ушел наш капитан корабля? Интересно даже. Ну вот она лодочка, которую сейчас мы будем опускать в воду со второй попытки. Вот такой трачок нашего капитана корабля Олега. И это Гавайи, город Кона. Итак, мы будем делать. А что-то Юра даже не показывает свою. А ты был у Мексики? Я был, да. И что, ты хочешь сказать, что здесь чище воздух? Здесь, во-первых, чище воздух, вода. Посмотри, какая вода, это вообще. Там вода холоднее. Ну вот так мы делаем попытку. Итак, радуйтесь. Значит, капитан корабля вернулся. Все, вот это. Да, ты думаешь, там пленка есть, снимает? Не волнуйся, даже не раз. Счет идет? Все отлично. Даже это самое, Давид, сегодня ты будешь вечером уже смотреть, и все твои родные будут видеть этот репортаж. Дай Бог, я уже это увидел. Увидишь вот это самое. Я пошел дальше. Смотри, это интересный момент. Смотри, там якорь, чтобы ты не скинул. Не, сейчас смотри. Вот. А как чисто работает двигатель, да, Давид? Да. Вот механики, а.
Ну вот, капитан корабля классно справляется со своей работой, опускать лодку. А это отдельный репортаж. Это если ты профессионал, слышишь? Вот это вот все вот это и услышали. Это вообще заменил профессионально Юрок. Лежал там под двигателем. Подожди, потом кто-то еще есть. На ту сторону. Он собирает, наверное. Ну видишь, как он стал хитро, чтобы его не уволокло боку. Ну потому что лодка большая, а трачок маленький. В общем, вот так вот, смотрите, опускается лодочка в окружении других лодок. Просто супер. Видите, а здесь большая лодка подошла. Человек, наверное, боится, чтобы трак его не унесло туда в воду. Он поставил ее так боком. Ну вот так вот. Наступил момент, наконец-то я Юру увидел. Вот это главного механика. Два ключа. А что он так боком там стоял? А я не знаю, боялся, наверное, чтобы его не снесло. Там большая лодка. Так что будем делать попытку. Он хочет так делать. В общем, сейчас будем спускать лодочку. Это спуск продолжается. Мы пытаемся спустить лодку вот в это место. Нам мешает другая лодка, но капитан корабля все-таки решился. Значит, капитан корабля Олег, он смелый и отважный капитан, туда ее. Вот так вот идет спуск лодочки. А тут закрыто все. Вот вывернуть так и дать сюда. Да, это нормально. Ну что, давай, давай сюда. Еще чуть-чуть можно. Сейчас смотри. Смотри, какая штука, здесь не надо, сейчас я буду сдвигать, она будет так. Так что капитан корабля вышел проверить вот это все.
Капитан завел лодочку. И сейчас будем проверять, как там работает помпа. Если все отлично, то мы должны сегодня выйти в океан и проверить лодочку. Ну вот, все работает. Классно. Итак, дорогие мои, Дон Пабло сегодня, похоже, все-таки выезд состоится, потому что первый раз не получилось. Вода не шла, завели, а вода не выходила, помпа не качала. Вот. И неполадки устранили, купили крыльчатку. Главные механики города Портланда справились со своей боевой задачей абсолютно профессионально. Вот, поэтому лодочка уже на рейде. И все классно. Вот так вот. Все счастливы. Также счастлив Дон Пабло, потому что, представляете, вот это появляется такая возможность выехать с ребятами, кажется, на Гавайях. Ну вот она красиво так вышла. Четко. Давай на лодку заходи, сейчас приедем. Все, я сейчас поднимаюсь, да. Капитан корабля сказал матросу Юнге, значит, занять место на корабле. Я займу его с удовольствием. И поэтому, смотрите, как выходит, значит, трак. И теперь я буду заходить на эту лодку и плыть, и оттуда уже вести репортажи. Я счастлив. Итак, этот репортаж специально вел для вас. И вы уже узнали меня по голосу. Ваш журналист специально для вас с города Коны, Гавайи. Конечно, вы узнали меня. Ваш Дон Пабло.